меня, конечно, осудят сейчас за этот ответ, 100%. Но я считаю, что вот это вот, когда пастора устраивают вот эти вот моменты, год дружбы или два года дружбы, рассчитывая на то, что люди будут сохранять целомудрие между друг другом. Я понимаю, когда это два девственника, они там, я не знаю, там живут в каком-то отделенном мире, они вот, знаете, об этом не думают, у них такая вот божественная между ними любовь, связь, нету ни страсти, ни похоти, ничего, то я еще могу себе это представить. Но современное общество сегодня другое. И это великая глупость. Если мы видим любовь между людьми, я считаю, что надо жениться, отношения растут. Я помню, когда мы с Алексеем дружили, мы были в другой церкви, и там были такие какие-то обряды, такие ритуалы внутрицерковные. Люди, когда начинают дружить, у них должно быть 9 месяцев помолвки. Я не против 9 месяцев помолвки, но до этого мы еще практически уже год дружили. И Алексей просто честно пошел к пастору и сказал: слушай, если ты нас сейчас не поженишь, мы просто пойдем блудить. А мы не хотим этого, мы хотим жениться. И я считаю, что здесь все-таки все индивидуально. Здесь надо рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Кому-то надо дружить долго. И они способны на это. А где-то люди, если видите, отношения выросли, и люди срываются, зачем их вводить в грех, когда они могут пожениться и жить счастливо, и не судить себя за то, что для них естественно. И здесь очень все индивидуально. Но я считаю, что если любят люди друг друга, зачем все это тянуть, кого-то ждать, кота за хвост? Отношения перерастают, отношения себя очень часто изживают. Я понимаю, если это совсем молодая пара, какие-то малолетки встретились, дружат, это еще имеет место быть. Но когда это взрослые люди уже поняли, осознали, имеют за плечами какой-то багаж, опыт, вот эта вся долгая вот эта рутина, вот эта игра в такую святость, она никому не нужна, потому что мы можем сыграть эту святость. А на самом деле что за этим стоит? А за этим стоит очень банальные вещи за этим стоят. Вот и все. Я считаю, что это не нужно. Никому это не нужно. Надо быть честными. Выросли отношения, идите к пастору, пусть он благословит вас.